have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. Всем здорово. Всем доброго времени суток. Сигма, голову, пожалуйста. Не роняй голову. Вот, у нас тут один парень, который никак не понимает, что он очень-очень лишний здесь. Ну, ладно, черт. Предлагаю его потом зарезать. Предлагаю, да, давайте станем в пятером убийцами, просто будем его по кусочкам разрезать. Да, хорошая идея. Рука моя. Какая, уточняю. Глава моя. Бравая. На ней майонез. Ребята, в общем-то, тут возле камина будет огромная тьма. Вроде бы, если в ней стоять, то есть какой-то шанс стать убийцей. Дезерт, можешь на второй этаж подняться? Поздно. Кто убийца? Я выживальщик. И я выживальщик. Выживывайте. Я тоже. А я солевой. Так, предлагаю сейчас по парам. Так, а лампочку включить нельзя, жаль. Сегодня будем... Блин, что ты это, училка математики косплеишь? Сегодня будем пытаться пережить ночь. Короче, в общем-то, есть всякие кубики, ты когда эти кубики собираешь, то тебе дают всякие поинты. Это круто. Нет времени объяснять. Ананас? Типа да. В общем-то, в принципе, если вы увидите что-то, то, что можно подобрать, подбирайте. Типа собственного достоинства? Иди нам в другую сторону определенно. В глазах темнеет, кстати, жестко. Сорян, парень! Я вообще не советую в одном месте стоять, потому что вначале убийца всегда видит, кто где же кто. А потом Боди, это как-то его улетучивает. Я знаю эту карту! А как я буду выходить, если оно уходит прямо здесь? О, кого я вижу? Чуваки, разбитый чайник. Не ешь, подумай. Я не хлеб. Нет. Наверное, вы подумали. Но я не хлеб. Я вот не ешь, подумал. Спасибо. Неужели меня перк спас только? Я сагрю на другого чувака. Пусть он разбирается с этим существом. Этериус? О, нет, меня убьют. Ребята, скажите то, что... То, что я люблю колбасу. Ок. Передам я так. Не знаю, где я. Лично колбасе скажи. Уходи, Фрум, уходи! Оно тут! Я уже увидел за вами. Вот, нет, они прозрачные. Нет! Не надо! У меня перк был! Как ты меня заметил, тварь? Уйди! Нет, подсвечиваешься. Блин. В смысле я подсвечиваюсь? У меня билка третья. Ах ты ж. Не, а у меня перк на тихое дыхание. Плохой я думал, человек. Я сейчас стану вот так вот. И такой эп, а потом эп, и не это. И все. Да, и все. Тут вам не здесь. Страшно, вырубай. Адмирала просит в комнату перекинуть. Кого? Куда перекинуть? Адмирал вышел, случайно перекиньте его в комнату. А, окей, минуточку. Можешь... Ребят, кто еще жив? Можешь его закинуть в комнату? В смысле, вы на такси не ешь, подумай! Прости. Нет! Картина. Да, я тут, я на втором этаже. Сейчас я... Прикол в том, что я знаю эту карту. По другому режиму. Только там монстры боялись меня, а не я монстров. Короче, смотри. Ну. У меня появилась идея. Неплохо. Блин, вот хочу себе такую лампочку. Мне нравится. Какой чё? Блин, где он? В магазе посмотри. В магазе можно ящики открывать, оттуда всякие лампы. Так у меня денег нет, я вообще никто здесь. Так посмотри хотя бы, сколько у тебя денег. Ничего себе, так ты богаче, что можешь 4 ящика открыть. А где мои деньги вообще? Вон! Он на втором этаже. А, вот нет. Это? Да. Короче, лучше ящики открывать. Из ящиков ты получаешь перки, и лампы, и убийц. А не дальше. Featured премиум бандлс крейтс.
basic crate. Или XP ты можешь crate. Сохранить на 5 ящиков сразу. Что, 5? Они по сотне, да? Да, по сотне вижу. Да ну я подожду, мне не горит. Жаль. Шо? Не нашел. Что, опять Суровый выиграет, да? Да. Он где-то спрятался очень хорошо. Наверное, в шкафу, я не успею ее доломать. А, нет, не в шкафу, а где? А, в следующей комнате. 2 минуты нужно было. Эх, жаль. Время офигительных историй. Мне нравится, как тут рэгдолл происходит, анимация, когда ты наклоняешься и виляешь. Ну, прикольно все. Делик завершен. У меня одного какой-то ненормальный гроб. Да. У меня вообще костер из Dark Souls. Это потому, что ты любишь кичунес. Чуваки, вроде бы в магазе можно взять халявные штуки какие-то. Наподобие там диска шара. Тыц, тыц, тыц. Короче, в магазе можно будет взять всякие халявные штуки, вроде бы. Халявные, если халявные? Да, халявные. Скал Самурай, кстати. Опять, ага. А чё, уже нельзя, что ли? Ну, видимо, да. Можно, можно этого пришельца запер... А, кстати, сколько мне? 35 дали за это? Я же... Может, это за делики? Надо купить и брать. Я только один нашел, потом меня, на меня слаг напал. Я вообще не в курсе, как эти кубики выглядят. Ну они светящиеся такие, желтые, синие. 3 штуки нашел уж. Угу. Не, я еще шарик нашел такой синенький. Это я нашел. А, шарик синенький, кубики желтые. Синие и желтые. Ни на что не намекаем. Казалось бы, при чем тут? Ставлю свое целое, ничего, на то, что я буду убийцей. Ставлю зад адмирала. Когда вы там стали профессиональными ставками назад? Признавайтесь, кто убийца. К сожалению, не я, адмирал. Извини. Хлеб. И так скажем, к сожалению, не признаюсь. Ну, я не убийца, не повезло. Ну и ладно. Да мне тоже не повезло. Поехали. О, я в городе. Ой, самая ужасная карта. Не, но я не могу разделить твой пессимизм, потому что я ее не знаю, ни ту, ни другую, так что мне типа норм. Ешь. Оп. О, что? Оп. А куда на этой карте прятаться вообще? Никуда. Да ну в самом деле. А можете, пожалуйста, потушить фонарики, они палят нас. Ребята, давайте вместе ходить. Я его даже не включаю. Ребята, давайте вместе ходить, чтобы когда убийца нас преследовал, мы все вместе умерли. Сигма, давай убийцу на мой капкан насадь. Давай просто. Почему это прозвучало не так, как должно было? Это нормально прозвучало. Что это было? Я не буду. Я не знаю, но это было очень близко ко мне, ну его нафиг. Сигма, ты видел его? Ребята, нет. Я вижу его. Ты слепой? Давай, тут мой капкан, все нормально. Я его заманшу. Так. Кто это? Кто пишет? Не бегите сюда. Вот, не беги ты сюда. Ты опять выкинула? Он там, в подворотне. Подворотне? Сейчас капкан перезарядится, все будет. Беги к капкану! Это что, Хаги-Ваги? Да, это Хаги-Ваги. Это Хаги-Ваги! Он попался! Бежим! Ваша катка началась. Да? Ну, а ты не в катке? Все. О, кубики, кубики, кубики. Что выкидывают постоянно? Да это не время для кубиков, чуваки. Я не знаю, еще самый нужный момент. Нас хотят убить! Как же вы не понимаете это? Мы понимаем то, что нас хотят убить. Я ему плюну в лицо, бегите! Неплохо. Я не знаю, у меня капкан перезарядился, все, я убийца теперь. Меня умру! Меня умру. Хорош. Я могу его я могу его до утра мансить вокруг машины. Можешь. Вот, все, мне подходит. Меня Не, меня обнаружили. Кого фига? Меня тоже заобнаружили. Заобнаружили. Нагони. А где остальные эти микросхемки? Вот, о, а это что?
Сигма тут подвал, прикинь. Круто, мне от этого не легче. Да, должно быть. Спускайся в подвал. Тебя убили, да? Алло, ну, я от него вокруг машины бегал. Так как? Ну, в смысле, как ты сдох? Он меня догнал. Черепашек-ниндзя нашел. Мне жалко не букашки. Реликтов собрано 9, и этих пофиксено тоже 9. А перк автоматически срабатывает разве? Ну, смотря какой. Это интересно. Если что, он сейчас говорит про вещи, а не про перк. У него, в общем-то, шляпа Хон-Хон. Тут Годзилла! Годзилла? Чуваки, вы видите это? Тут огромная Годзилла. Я а, да, это нормальная эта карта такая. Я даже все скрин сделал, офигеть. Он орёт! Да понятно, что он орёт. Чуваки, медленно вам нужно это посмотреть. Это огромная Годзилла. Так, полтора часа осталось. Замансил, не замансил. Офигеть. Да. А ты где? Шансы были. Я не убийца, я просто хочу... Я понимаю, меня задетектили, я сейчас валю, поэтому... О, что хлеб я... Так ты в метро? Наверное, вы подумали. Наконец. А, все реликты собраны. Осталось последнюю эту пофиксить. Я, короче, в следующую игру пойду. У меня в этой вообще какой-то капец. Ладно, хорошо, давай. Адмирал, следующий это бадбизнес. Это? Нет, это Статуя Свободы. Подальше посмотри, там огромный хвост. Видел? Это Годзилла. Ну что, во что играет? Где ты что-то у Годзиллу видел? Да ты... Слепошары, да, ли? Да, признаю. Вот то? Да, чувак, ты же это видишь. В самом деле. Еще и светится. Но оно же маленькое, его же незаметно. Иди твою, что ж. Видишь, это Годзилла. Я пошел в другую сторону. Чувак, рядом с тобой убийца. Я знаю. На призрак я могу разговаривать. Я просто бегу, как заорет. А он тебя так детектит. Беги. Я понимаю, но было стрёмно. Нет, вот игра реально прям хоророчек такой. Прям аж неуютно здесь. Прям сзади тебя убийца был, чувак. Ты меня видишь? Я призрак. Это я. Сой. Это я, видишь? Это моя могила. Оу. Фух. Неприкаянная. Я пришел тебя навестить. Ребята, я открываю 5 ящиков. Пожелайте мне удачи. Давай, удачи. Надеюсь, я получу... Вы что, я что, последний, что ли, остался? О, флаг! Да. Классный у тебя этот пакет. Да, Dark Souls-ская... Блин, ну как бы да. Сделай, хочу... Дайте мне маньяка, ну пожалуйста, да. Очень охота поманьячить, да? Ой, я реально получил убийцу. Какого? Какой-то чувак из джедаев. А я могу его просто купить? Ах, тоже вы. Или нет? Так. Да, можешь. А, ну все, это же мне надо. Что я подобрал? Блин, хочу себе этого костяного самурая, не знаю почему. А его можно сейчас купить, он 500 стоит, да? А, нет, он не такой дорогой, он монеты стоят специальные. Ну вот сейчас... А, нет, это Alien, погоди, это я перепутал, да-да-да. Костяной самурай точно, он 5 монет стоит. Да, чужой. Угу. Alien я могу купить, кстати, я не знаю, нужен ли он. А кто базовый убийца? Базовый убийца? Рандомный. Короче, я тебе советую лучше на ящики тратиться. Из ящиков может выпасть любой убийца, но также и лампы. Чайник. Это мой просто совет. Хорошо, на следующую интермиссию посмотрим. Просто деньги вроде как неплохо зарабатываются. Дайте мне протестить моего нового слэшера. Мне кажется. Сигма, если ты заберешь у меня слэшера, я тебя убью. Сигма, ты слэшер? Нет, я. Нет. Нет, я. Нет. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Варшава. Вот, сейчас ты игра начнется, поверишь.
Блин, а мне ж не получится никак выкрутиться, я ж Сигму жрал, блин. А он реально не убийца. А, моя любимая. Так, вот так оно и есть, мне не доверяют. А моё? Это рандом, скорее всего. Карта такая? А, моя любимая, кстати. Чё за Хиллбилли? Это, короче, знаете, карта Хиллбилли из... Ребята, всем Билли? Бункер, тут безопасно, тут рыбки. Они убили Билли. Из ДБДшки, из Dead by Daylight. Не, про другого Билли. Кто меня закидывает, кстати? Так. Ребята, короче, в бункере безопасно, поверьте, иди во все бункеры. Нет! Ну-ну. Я что-то не хочу больше в бункер, я ухожу отсюда. Я первым сдох. Вот. Всё, я спрятался. Спасибо людям, которые прям передо мной дверь бункера закрыли. Да, были такие. Там... Я не могу открыть дверь, пока она не закроется до конца, вы офигели? Жиза, не люблю такое. Я ухожу отсюда, всё. Не нравится мне бункер. Люблю двери, как в Грисмоде. Чтобы её убить можно было. А, это да. У меня как-то... Я еще как-то в Secret Lab играл, меня командир наш, это... гейтом раздавил. Нет! Зачем это было делать? Зачем это было делать? Не надо! Ой, я буду жить в туалете. Зачем ты этот слух сказал? В данных условиях, знаешь, это не... Нет, он может сейчас говорить все что угодно, я без понятия, где этот туалет и где он находится, там, стратегически. А это в прум у нас маньяк? Да. Так вот, почему ты пошел в бункер. Нет, я бункер случайно нашел. Короче, фишка в чем? Они такие говорят, я буду в бункере. Я подхожу к бункеру, там два чувака тусуются. Не потому, что я туда шел, а потому, что, ну, так вышло. Так. А туалет я нашел. Меня первым ушатал. А? Я что-то передумал в туалете. Получается, меня первым ушатал. Ну, ты первый, кто попался мне на глаза, да. Блин, дверь прям передо мной закрыли. Свинство. Я сейчас тут хожу, а тут никого нету. Наверное. А я не могу разбивать эти шкафчики? Нет. А вы знали то, что со спавну можно выйти в лес в палатке? Вот это. Пойду посижу. А, я понял. Сразу бы так. Так тут нет никого. А времени уже не осталось. Но я, короче, просру сейчас, но все равно. Это было интересно. А, вот тут вот, я понял. Я в начале раунда вообще посмотрел, что у меня есть обилка детекта, но она долго перезаряжалась, я на нее подзабил. Ну да. Кто ну, в да. Точно, так, а где вы все? Так, я, наверное, где-нибудь в кустах засяду. Я хочу вас найти. Да что ты такое резкое? Стой! Да открой ты дверь, чтоб тебя... Я ж подумай. Он еще бьет так медленно. Еще три осталось, но я их уже не достану. А, то есть ты не нашел остальных, пошел искать меня, да? Нет, я в принципе посмотрел, что трое в доме. О, погоди, стой, пошел? Стой, стой на месте, я тебе кое-что покажу. А, подожди, я хочу попробовать все удары. О, я могу тоже эти фигню собирать? Да. В общем-то, привет. Эй, стой, я просто... Я обычный призрак. Я вижу. Но у меня время заканчивается. Какой обычный призрак? Вон. Но все-таки там же на втором этаже был все-таки еще кто-то. Я ушел, а чувак такой, фух. И потом ты обратно приходишь. Давай убей его. Я вообще убью. Я в тебя верю, ты убьешь его. Вряд ли. Блин, эта штука мешает на самом деле. Тут 100-500 ящиков, вы чё, офигели? Этот в этом ящике, вот, давай, открывай его. Их там двое. Давай, убей их. Хотя бы один остался, давай, он в этой комнате. В ящике, в ящике.
Осталось 10 минут. Бей ящик, один удар сломается. Бей его. Я мог изначально ящики бить? Да. Нет. Стой, тварь. Так я это спрашивал раз за три. Можно ли просто ящики? Ладно, надо было просто попробовать это. Окей, окей, я понял. Зацените мой новый гроб. Нашел человек, чем похвастаться, да? Зацените новый гроб. Готовьте 44 гроба. А чё сразу 44? Я, короче, F. Просто F. Тупой респект. Ладно, ребятушки, думаю, думаю, на этом будем заканчивать. Получилось довольно объемлемо. Посмотрели на убийцу, посмотрели на Сурва. Не знаю, мне лично понравилось, ребят. Вы пишите, как вам, что. Кто был с нами на серии, что вы думаете, как вам? Ну, если быть особо быстрым, то классно. Но, видимо, у перца туберкулез. Иначе то, как его догоняет по разложившемуся труп, я писать не могу, объяснить по-другому. Кстати, да, ну... Не знаю, оно прикольно, надо просто поиграть. У меня пока что единственная претензия — это слишком большие шрифты, пожалуй, которые немножечко раздражают. Я бы хотел возможность менять их на меньшие. А так, в общем-то, игрулька интересна. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.